Я музыкант. Я, конечно же, не знаю о том, как функционируют силовые структуры изнутри. Я никогда не занимался этим вопросом специально. Как диванный наблюдатель, диванный эксперт, я могу сказать, ребята, если не будут делиться информацией, я недавно об этом делал пост и говорил с политологом Михеевым об этом, он был моим консультантом, все, но он как бы подытожил мнение политологов со всей Европы, все они приходят к выводу, пока не будет налажено сотрудничество, ни о какой победе над терроризмом разговора быть не может. Но политизированность общества сейчас не позволяет, скажем, спецслужбам Брюсселя, Бельгии, сотрудничать со спецслужбами России, у которых богатейший опыт борьбы с терроризмом. Если это, они как бы все полагаются, как вот мне объяснил он, полагаются на американцев, которые как бы взяли на себя роль всемирного жандарма, и мы будем, ребят, мы наведем, говорят американцы, выясняется, не получается. Они не могут навести нигде. Где бы они ни брались, это делать у них не выходит. Может быть, усилия не те, может, не очень хотят. Но Европа, полагаясь на то, что придет Америка и поможет, она совершает очень большую ошибку. Победить можно только совместными усилиями, подключая всех, кто рядом, кто действительно реально знает что-то и может помочь, у кого есть информация и есть навыки определенные. У наших есть. После Беслана и после, скажем, взрывов по всей территории России мы знаем. После Волгограда, после Москвы мы немножко знаем, как предпринимать какие-то шаги до того, как это случилось. Бельгийцы не очень понимают. Поэтому они вводят, вот я о чем писал, когда я смотрю, как стоят БТРы возле вокзала, я говорю, ребята, вы же больные. Что ты делает БТР в городе? С поясом Шахида БТР бессилен. Идет женщина, ты не знаешь, она идет с этим поясом или без него. Военные в этом ничего не понимают. Она подошла, зашла в универмаг и взорвалось все. И что ты сделаешь со своим БТРом? Но ты можешь совершенно точно предпринять определенные шаги, если ты получил об этой женщине предварительную информацию, если ее лицо уже введено в все камеры наблюдения, если компьютер считывает, и если уже при ее появлении началась определенными структурами, знакомыми с этой работой, началось слежение за, тем, за ее перемещениями, быстро компьютер нашел ее связи и так далее, и так далее, и так далее. А БТР-то тебе зачем? То есть вот этот, видя вот эти вот бесполезные глупые шаги, понимаешь, что, ребят, самим им не справиться.